Лучшие и в труде, и в спорте. В канун Дня Металлурга в Саяногорске открылась уникальная фотовыставка. В экспозиции портреты тех, кто добивается хороших результатов не только на промышленных, но и на спортивных площадках. Таким образом, компания «Русал» популяризирует здоровый образ жизни. Лучшие производственники и спортсмены. Теперь их будет знать весь город. В сквере имени первого директора Саяногорского алюминиевого Василия Стрига в канун Дня Металлурга появились фотографии сотрудников, которыми по праву гордится завод. Радует то, что вот размещенная фотография наших металлургов здесь, в сквере Стрига, наглядно показывает, что люди, которые добиваются успехов на производстве, они и добиваются успехов в спорте. Олег Пантюхов утром спешит на работу, вечером на стадион. Любимый вид спорта – бег. Он заряжает энергией и придает силы. Здоровье в первую очередь. Здоровье и, как сказать, ты постоянно как бы в тонусе, что ли, для работы очень помогает. То есть ты приходишь с утра, раз, у тебя голова соображает, свеженький, вообще нормально. Алексей Зубковский занимается физкультурой с раннего детства. Особая любовь к тяжелой атлетике. Главное достижение сегодняшнего дня – титул чемпиона мира по пауэрлифтингу в становой тяге. Останавливаться на достигнутом не намерен. Дальше продолжать как бы по возможности. У меня сын как бы, пример ему подаю. Все, сын тоже кандидат мастера спорта по пауэрлифтингу стал, выполнил в этом году. Смотрим, подаю ему пример. Евгений Виссарионов одинаково профессионально контролирует ситуацию и в электролизном цехе, и на спортивной площадке. Занятия игровыми видами спорта для Виссарионовых – семейная традиция. Спортом занимаюсь лет на 6, пробовал все, что можно. Ну, в итоге остановился. Основное, что играет, это футбол, баскетбол и пейнтбол. Стали в том году чемпионами Хакасии и корпоративной лиги по пейнтболу, выступая за команду профком завода «Русала». Бег, теннис, баскетбол, футбол, бокс, пауэрлифтинг и многие другие виды спорта стали нормой жизни для металлургов. Такие традиции заложены основателем «Русала» Олегом Дерипаской еще много лет назад. И сегодня поддержка здорового образа жизни и развития спорта – одно из приоритетных направлений деятельности компании. Петр Пермяков, Владислав Пустовойт, Вести Хакасия.